Так, доброго времени суток. Посмотрим на поселки вокруг города Славянска. Семеновка, Черевковка, Былбасовка. Семеновка. Сейчас что происходит? Черевковка. Я по карте посмотрела, они рядышком прямо находятся. И Былбасовка. Итак. Семеновка. К вам приближаются боевые действия очень серьезно. Но вас охраняют, поэтому боевые действия и будут рядом, но в общем поселке будет, как сказать, сейчас сформулирую мысль, господи. Когда много раскладов, тяжело уже мыслить. Благодаря определенным усилиям для вас начнется новая жизнь, но поселок вот довольно-таки благополучно пройдет все это. А вот, например, в Черевковке там будет более серьезная ситуация. Довольно-таки тяжелая. И военные через вас пройдут. Так, по-серьезному. Хотя вы там какая-то дорога есть у вас. Вот по ней, скорее всего, и пойдут товарищи все. Что российские, что украинские. Это вот то, что на нынешний момент. А для Былбасовки пока еще не время. Хотя уже в планах есть, что дальше идти, но пока у вас еще будет довольно-таки спокойно, вот на нынешний момент. Продумывают все, цель выбрана, но пока более или менее хорошо. Так. Ближайшую, это вот то, что сейчас. Ближайшую неделю, как будут развиваться военные события в Семеновке. Черевковке. И Былбасовки. Семеновки. А информация закрыта. Знаете, такое впечатление, как будто ваш поселок не заметят. Вот как я бы сказала. То есть вот эта карта тоже говорит о поиске, а это закрытая информация. То есть и умеренность. То есть вот боевые действия как будто вот вас не заметят, пройдут мимо вас.
И при этом вот начнется новый этап вашей жизни. То есть старый этап заканчивается, а новый начнется. Вы мне потом отпишитесь, как ваши дела будут вот в течение недели, что у вас там будет происходить. Потому что много иллюзий. То есть кто-то будет рассчитывать на то, что у вас там дорога, и вот по ней ее можно использовать. Или как-то ваш населенный пункт можно использовать. Но он ошибается. Все будет идти тоже не торопясь, как и в Семеновке. Потому что вот эта карта, она замедляет. То есть это медленные действия будут. Они будут проходить, но не торопясь. Но при этом до конца будет непонятно, а что же делать, хотя выходы будут искать. И будет очень много суеты. Суеты. То есть вроде бы как действий много, но они ни о чем. Так. Булбасовка. А в вашем населенном пункте будут развиваться события, связанные с боевыми действиями, очень быстро. И такое впечатление, что ваш город, ну, поселок, ну, сдадут легко и быстро. Потому что окончится победой, хотя будут разрушения. Как в итоге разрушения будут. Поэтому будьте аккуратны. Но пройдет все очень быстро. Как бы проскочит ваш город, возьмут и пойдут дальше. Ну, возьмут опять же кто? Российская Федерация и ЛДНР. Но разрушения будут. Вот такой расклад для трех поселков вокруг Славянска. Вроде бы вокруг одного города, но при этом разные действия. Вы мне потом напишите, как у вас там, что вот в течение этой недели будет происходить, хорошо? А то я всегда переживаю, правильно расклад прочитала или нет. Желаю, чтобы вам вот реально все быстро закончилось и при этом с минимальными потерями. Пусть пройдет для вас так, чтобы вас как будто вас никто не заметил, как будто вас нет, проскочили и ушли. Желаю вам мирного неба над головой. Пишите, что у вас там будет происходить. И до новых встреч!